Недавно популярная чита сообщила о скором пополнении. Супруги одновременно опубликовали у себя на страницах социальных сетях кадры с фотосессии, на которой хорошо виден округлившийся животик Анастасии. Как признала супруга Тарасова, нынешняя беременность стала тщательно спланированным решением. Это не было сюрпризом для моего мужа. Мы вместе готовились к зачатию, высчитывали дни. Как только мой организм полностью восстановился после первых родов, это и случилось, рассказала Костенко. По словам модели, сейчас у нее нет того токсикоза, что мучило ее во время первой беременности. Все по-другому. Рожать буду снова в Лапину, ответила молодая мама. Поклонников, конечно, интересует пол будущего младенца, но Настя и Дмитрий не хотят говорить, кто у них родится. «Мы для себя пол держим в тайне, не хотим рассказывать», – призналась Костенко. «Пока Милана еще маленькая и не понимает, что скоро у нее будет братик или сестренка. Для нее это тоже будет сюрпризом». Еще Анастасия добавила, что беременности сильно отличаются. «В духовном плане я чувствую себя прекрасно, а в физическом тяжеловато. Этот ребенок меня здорово помучил, в отличие от первой дочки». А еще в первую беременность многого боишься, переживаешь. А в этот раз как-то все легко, непринужденно, мы счастливы, поделилась Настя.